Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Притча о блудном сыне. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии некоторых дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я, умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. Побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.